Ну, мразь, стоять! Всем привет! Вы на канале Дивплей, и сегодня мы будем продолжать проходить Биошок. У меня тут случилась просто классная фигня. Какого-то черта были слетели настройки Осторожно. Игры. Райан приходит в себя. Займемся лучше своим вязанием. Слава богу, хотя бы сейвы не слетели. Тут либо пам, либо пропал. У Райана в руках генетический ключ к восторгу. Если его заполучить, то мы вырвемся из этой чертовой дыры. Но если нет, тогда от нас с тобой останется мокрое место. Новая задача найти офис Андрея Райана. Отправляйся в кабинет Райана и убей этого мерзавца. Пора с этим кончать. Да, согласен. Блять, у меня только граната. Вижу, воин утратил здоровье. Знал бы ты его в те времена, когда он еще верил в то, что делает. В борьбу. А теперь он гниет заживо. И все ждет, пока кто-нибудь придет и скажет, что у него талант. Наверное, поэтому он оставил тебя в так. Ладно, пусть хотя бы так. Дай угадаю, со звуками тоже та же самая байда. Ну да, соответственно. И все орут как пизданутые, блять. Я не помню, насколько мне было. По-моему, на 4. Так, кокеюшки. Погнали, что ли? Даже глубоко под водой он видит все. Видит всех нас. А ну выходи. Тихо. Кто это сказал? Блять, там еще один. Я один. Черт, я ребаный ты идет. Кто тебя послал? Подожди, блядь, я не вижу тебя! Два. Теперь норм. Правда, мы на него потратили слишком много. Блядь, а зачем я потратил еще аптечку? Мне перезарядка же нужна. Так. Ну, очевидно, в мусорном баке нихуя нет. А. Черт, у меня тут сейчас жопа будет. Ты, сука, замахал. А! Я знаю, что ты задумал. Подарок. Господи, да, да где ты там? Ha ha ha!
блять! Черт! Я пройти не могу! Если у тебя есть предпочтение. Блин, у меня патронов совсем фигня. А как мне туда пройти? Она меня не пропускает. А! Не получается что-то. Осмотреть холл. Какой холл? Где холл? Что холл? В смысле, я уже тут? Please stand by. Мне пришлось плясать вокруг этого гиббона битых 3 недели. Но в конце концов он все-таки раскололся и сказал, как убить Эндрю Райна. Создать перегрузку ядра 3. Элементарно. Осталось выяснить, что такое эта самая перегрузка. И что такое ядро 3. Элементарно для инженера. Жаль, что я-то специалист по дамским туфелькам. Что ж, посмотрим, что я вытрясу из макак в центре термоконтроля. Так, а еще что-то тут можно сделать? Как это типично для всех паразитов, вечно пытающихся прыгнуть выше головы. Я бы объяснил, почему тебе никогда не достичь того, к чему ты стремишься. Но это все равно, что играть Моцарта древесной лягушки. Черт! А куда он съебался? А ну, мразь, стоять! Хорошо, мы тут. Прямо сейчас. Разве ты не слышишь, как воздух входит в его легкие? Вновь открываются магазины. В школах слышно гудение юных умов. Мой мир будет жить и процветать. И придет твою могилу, мы разберем на плиты для тротуаров. Блять, зачем? Что я сделал? Я не совсем понял, что я сделал. Блин, 40 секунд выживать, да вы... Не, мужики, ну нафиг. А, вот сюда мне надо было. А! Так. А, блядь, нахуй! Услышите ложь Атласа и паразита. Восторг на подъем. Черт, у меня сражаться, блядь, тупо нечем. Нет времени... А!
подожди, блядь! Бля, бро, ты ебанутый! Ладно, разбирайтесь сами там. Привет. Да-да-да-да. Нет. Малышка, тебе капец. Ты станешь нормальной теперь. Спасибо. Пожалуйста. Давай. Крутяк. Сражаться у меня так и нечем. Но мы умеем это защищать. Сука! Два карпеча, то ты издеваешься! Как мне с этим сражаться-то? Да, блядь, где он делся? Я молот его и не сыплю. Пожалуйста, не могу. Блядь, нахуй хуй мне вода, если мне, блядь, биться нечем? Жесть. О! И чё? Так, физические тоники. Шестое чувство. Блин, он больше ничего. Именно, парень. Попробую управиться с моими примочками. Я тебе покажу, на что способен. Бля, ну это уже хоть что-то. Но все равно я этой хуйней не умею нормально стрелять. Сейф взломать. Блин, ну давай попробуем. А, там взлом один есть. Окей. Патроны. О. Патроны — это хорошо. Я хоть что-то смогу делать. Блять, он пуст. Может, вижу, что-то есть. Да. Вижу, как там какой-то хер бегает. Будь ты проклят! Так. А,
хоть что-то с них взял. Противопехотные патроны. О. Ну, чуть-чуть лучше. Это уже что-то. Пожалуйста. Блин, ну какой хер мне напал? У меня патроны. И эти самые, и аптечки. То, чего мне больше всего надо. Пуст. Ёпкою. Вау. Так, эти парни что, все пустые? Да блин, не смешно даже. Чёрт. Все, я понял. Не задерживаться. Вау! Блять! Ну да, грабить и ломать. Эй, дерьмо. Полное дерьмо. Блять. Бля, мать, у меня к тебе вопросов нет. Хотя. Блять! У меня бабахи кончились. Привет, маленькая. Эй! Пожалуйста. Ты подарил им надежду, и за это я благодарна. Я кое-что передам тебе в знак благодарности. Ваша награда в плюшевых мишках у автомата соцыгрателей. Хорошо, только я так понимаю, хер мне. Прям сейчас. Так. Блин, ну давай картечь. О. С этим хоть что-то можно делать. Так. Мне что-то. Ага, я понял. Так, а куда мне надо-то? Ага, мне сюда надо-то. А, ну да, тут ботяня был.
у меня малый с ним разговор не пошел. Иди сюда. Давай сюда. Блять! Давай сюда. Меня ебашат. Ты там где? Ебанутый чувак. Папа, подожди. Блять, еще один где-то. Вроде. О, тоник. Так, хорошо. А, стоп, о, ящик какой-то еще есть. О, интересно, а ну-ка хер нам керосин. Задание выполнено, блять. Обыскать зону слежения. Новая задача. Окей. Боже, я уже хотел стрелять. Они же не живут. Тебя доесть, как восторг возродится во всей красе. Я возглавлю парад. И люди спросят. Парад пидорасов. Глядя на труп на стене. Кто это был? Так. Сука! Я понял, уёбываем! Парни, гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Блин, я не успел глянуть, что там за задание. Идите в мастерские кибуриться. Окей. Вау! Отлично. И, походу дела, что-то нашли. Мутанты Райна прямо сейчас уводят эту девушку. Наверняка она одна из шпионок Райна. Ее послали, чтобы меня выследить. Думаю, она, если не ошибся, то невинная девочка станет еще одной жертвой Райна. Но если я прав, да и срать на нее. Почти закончено. А? Да, блядь! Замахала. Может, пообедаем? Ветчиной с вареньем. Если не найдем лилипоп. Оп, а, сюда просто так не пройти. Бля, батя пришел. А, нет, показалось. Мы думали, что спрячемся тут от света. А, блин, я не понял. Стоп, слетевшие настройки управления. Раскладка, да. Присесть. Control. О. Страшно? Это чудо. Другой человек оказывается в самолете, который падает над океаном и попадает в этот же самый город. Да, это можно назвать сказкой. Блин, собственно, тут ни хера и нет. Видеть сны, мистер Бабблс.
Нифига я сюда пришел. Совершенно непонятно. Вау! О, как прикольно! Смотри, я даже не знал, что это на шуфте есть. Ладно, сохранимся на всякий случай. Я чувствую, сейчас будет что-то веселое. А что, они обыскиваются? Видимо, нельзя. Ладно. Так, настройка, так, еще бы побегать, так, раскладка, да. Шаг, идти. Так, оно будет работать? Так, игра мне говорит, что мне сюда. О! Ну что ж, в эту дыру мы и полезем, но полезем уже в следующий раз. Вот такие вот дела. А на этом на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и всем пока!